Сегодня мы приготовим грейпфрутовый сок с помощью кухонного комбайна Vitec VT1621. Для этого потребуется 3 грейпфрута. Грейпфруты необходимо помыть и разрезать пополам. Собрать кухонный комбайн с сепаратором соковыжималки для цитрусовых. Выжимать сок на первой скорости. Получается 0,5 литра грейпфрутового сока. Готовый сок разлить по бокалам. Грейпфрутовый сок готов. Приятного аппетита! Vitec. Здоровый взгляд на технику.